Что такое жизнь? Почему существует страдание? Есть ли у человека душа? И бессмертна ли она? Георгий Иванович Гурджиев родился в Александрополе. В советское время город переименовали в Ленинакан. Нынче же он называется Гюмри. Моя бабушка рассказывала, что я родился без крика, с широко открытыми глазами. Мой отец грек по национальности, был потомком некогда богатого и древнего рода. А моя матушка армянка. Этот старинный дом не пострадал от чудовищного землетрясения 1988 года, когда города Ленинакан, бывшего Александрополя, не стало. Может, потому что именно в этом доме родился он, Георгий Иванович Гурджиев, величайший путешественник и гениальный авантюрист, маг, астролог, великий пророк и целитель, наставник в танцах и учитель. Дата рождения 1866. Да нет, сестра Георгия Ивановича сказала 1872. Нет, в бумагах указан 1877. Дата. Вот уже и начинается тайна. Ведь точную дату никто теперь не знает. Называют одну, называют другую, строят гороскопы, приводят свидетельства. Но не знают. Рассказывают, что когда Георгий Иванович вместе со своими учениками посетил Америку, то при проверке паспорта выяснилось, в визовую писанину вкралась ошибка. Получалось, что податель сего документа еще и не думал рождаться. Да, датой моего рождения в паспорте значилось далекое будущее. Я сказал тому удивленному пограничнику: «Все точно так оно и есть. Пропускай». И он растерянно козырнул и пропустил. Я Гурджиев. Голос дудука всегда напоминает мне об отце. Мой отец был известным ашуром. Он сумел завоевать широкую популярность среди жителей Кавказа и Средней Азии. Семью он кормил тем, что плотничал, но большого дохода ремесло его не приносило. Главное свойство его натуры я бы определил так: инстинктивная антипатия к возможности строить свое счастье на несчастье других людей. Человечество пребывает в застое. Это означает, что процесс находится в состоянии равновесия. Появление какого-то одного свойства сейчас же вызывает появление другого, ему противоположного. Рост знания в одной области приводит к росту невежества в другой. Утонченность в одной сфере противостоит вульгарность в другой. Свобода в одном отношении порождает рабство в другом. Отсюда прямая дорога к падению и вырождению. Это необходимый и неизбежный закон, так как Земля находится в конце луча творения. Моя бабушка однажды сказала мне: «Никогда не делай в жизни так, как делают другие. Или делай что-нибудь, чего никто больше не делает, или ничего не делай. Просто в школу ходи». Там, в школе, и встретил я своего первого духовного наставника.
Был он деканом кафедрального военного собора и очень необычным человеком. Звали его отец Бош. Но один миг круто меняет судьбу Гурджиева. Георгий становится свидетелем странного, необъяснимого события. Дети очертили кругом мальчика из народа езидов. И тот не мог выйти из этого круга. Георгий остался стоять на месте, пораженный и самим событием, и жестокостью людей. Впервые он осознает, как много необъяснимого в нашем мире. Что такое жизнь? Почему существуют страдания? Есть ли у человека душа и бессмертна ли она? В своем окружении Гурджиев не нашел того, кто мог бы ответить на все интересующие его в то время вопросы. И вот, будучи 16 лет от роду, он предпринимает паломничество в духовную Мекку всех армян – Эчмиадзин. Он беседует с монахами и с местным иерархом, но не находит приемлемого для себя объяснения сверхъестественному – магии, чудесным исцелением больных и гипнозу. Лишь гораздо позже я постиг. Понимание не возьмешь из книг, не займешь у людей. Оно проявляется как результат всего личного опыта, переосмысленного самим человеком. Всего, что ты испытал, продумал, выстрадал и прочувствовал. И все же Гурджиев не сомневается. Нужные ему ответы есть. Их надо лишь найти. Наши предки знали нечто, и это знание утеряно безвозвратно. Истину надо искать, искать под руинами древних цивилизаций. Так началось его путешествие длиною в целую жизнь. Совести определяется тем, что какая-нибудь планета слишком близко подошла к Земле. Тогда мышление этих людей приходит в соответствие с их чувствами. И на нашей планете начинается очередная война или революция. год. Первая мировая война. Страна наполнилась спекуляцией и патриотизмом. Мир, казалось, сходит с ума. И тут в газете «Голос Москвы» появляется заметка о балете «Битва магов». Утверждалось, что балет принадлежит некоему индийцу. Автором сценария балета был Георгий Иванович Гурджиев. Ученик Гурджиева Петр Успенский так вспоминает о своей первой встрече с мастером. В кафе я увидел человека восточного типа, уже не молодого, с черными усами и пронзительными глазами.
Он производил впечатление переодетого человека, совершенно не соответствующего этому месту и его атмосфере. Человек с лицом индийского раджи или арабского шейха сидел здесь, в крохотном кафе. По-русски он говорил с сильным кавказским акцентом. Как же получился из мальчишки, росшего на окраине империи, человек с лицом арабского шейха? Чем занимался Георгий Иванович все это время? Где и каким ветром носило его? Чем я только не занимался, где только я не был. Я работал на железной дороге, продавал крашеных под канареек воробьев, был экскурсоводом в Египте, владел мастерской по починке всего, что сломается. Владел нефтяными скважинами и рыболовными судами. И тратил все, что зарабатывал, на путешествия. Цель у меня была одна, все время одна. Я искал путь к истине и нашел. Есть три пути, я нашел четвертый. Есть путь факира, когда человек ради познания истины жертвует удобствами своего тела. Не ест, сидит в одной позе, носит вериги. Сопротивляясь телу, он постигает Бога. Есть путь монаха. Человек обуздывает свое сердце на волне чувства любви к Всевышнему, и страха перед адом он достигает Бога. Есть путь йогина, когда ум человека подвергается суровой дисциплине. И есть четвертый путь. Человек, идущий им, использует достоинства всех остальных трех путей, сравнивая, обобщая, работая сразу во всех направлениях. Он делает это, не замыкаясь в монастыре, не запираясь в кабинете, а находясь в самой гуще жизни. В чем же истина? Истина проста. Человек создан по образу и подобию всеобщего Отца нашего Небесного. У человека есть великие божественные возможности. Он может за свою жизнь создать, вырастить в себе сильную душу, настолько сильную, что эта душа переживет смерть физического тела. Человек может стать бессмертным, если захочет. А что, не у каждого есть душа? Душа. Душонка есть, а душу надо еще заработать. Даже ребенка рожают в муках, а уж бессмертную душу